Февраль всегда полон надежд. Февраль – это почти весна, а весной возможно абсолютно все. Здравствуйте, с вами Юлия Дмитриева, и я расскажу о погоде на пятницу, 11 февраля. По северным районам днем переменная облачность – до минус 18 градусов, а ночью – минус 28, без осадков. По югу днем обещают солнце – и до минус 19 градусов, а ночью очень холодно – минус 31. В Улан-Удэ днем обещают солнечную погоду и до минус 20 градусов. Ночью минус 29. Отличной пятницы. До встречи в эфире.